Пятая серия, Мурманск, Магадан, будет пройдено 59 километров. Титрами отмечены населенные пункты. И, значит, движение идет вдоль Байкала. Байкал с левой стороны по ходу движения.
работа совсем другая, совсем. Заляпался стекло. Нервные водители. Ну, сейчас должна открыться панорама на Байкал. И вот левый поворот. Не знаю, видно будет, что нет. За деревьями нифига не видно. Красивая кайма над горой. Негде припарковаться, чтобы сфотографировать. Байкал, горы. Такой
проплешине туманной. Есть отдельные участки в облаках, отдельные участки открыты.
четкая разметка, очень хорошее полотно. Обочины практически нет. Автотуризма, автопутешествия было бы замечательно, если были бы смотровые площадки.
красота. Одним словом, красота. Вот как вам рассказать словами? Это нужно только видеть. Вот смотрите, конечно, видео скрадывает. Видеорегистратор не дает передачи всех тех оттенков, тонкостей. Но умножайте это 3, а может быть даже 4 раза. Настолько здесь великолепно. Попадает очень много рек, вытекает одна, название не помню. Вот Тополек попадает. Вектор, поворачивай. Поворачивай. Thank you.
подальше, наверное, не буду. Нет, не складывал. Отпустил немного вперед. Предыдущего. Удачная погода для видеосъемок. Пасмурная видимость плохая. Вперед, пробега. Полный кузов до два. Безымянный тоже впадает в Байкал. Огромное количество, я не помню точно, может быть, 200, может быть, больше. И только одна вытекает. Thank you.
минус нет, точно. Минус нет, 95-й. Это не родственник. Вот, пожалуйста. 5,47,95. Там 52. Почему? Слишком много сидит на средних. Байкал встретил дождем, льет дождь, туман, низкая облачность. Того великолепия, которое в ясную погоду, к сожалению, нет. Ламуды 299.
сегодня ребенок идет первый раз в первый класс. Это праздник. Сожалею, что меня нет рядом. Очень интересно было бы посмотреть. Но надеюсь, сделаете видео. Хоть по видео посмотрю. А ребенка еще раз с праздником. Янки на заправке, разница в стоимости бензина почти 5 рублей. Я заправлялся в Росгид, там 47, по-моему, было. И местная заправка, ну местная там, я не знаю кто, 52 рубля. Ночь прошла спокойно, где-то посреди ночи подъехал экипаж ГИБДД, но на
остановился на противоположной стороне. Наверное, около часа стоял, потом уехал. Ко мне не подходили, не беспокоили. Можно обгонять, пересекая сплошную. Он движется со скоростью меньше, по-моему, 40. Или меньше 20, я точно не помню. Фура издалека, а нет, он не выдал. Это скалу, что ли, убирают, чтобы оползня не было, камнепада. С левой стороны Байкал великолепная панорама, но, во-первых, негде припарковаться, во-вторых, туман. Если будет государственная программа по развитию автотуризма и автопутешествий, вот такое замечательное, потрясающе красивое место должно быть оборудовано и большими площадками для стоянок, и площадками для того, чтобы посмотреть, полюбоваться Байкалом. Красивых мест в России. Их в каждой республике достаточно много. Но простой пример, вот Карелию взять.
невозможно сравнивать Карелию с Забайкальем. Это две потрясающие красоты, которые ну никак нельзя сравнивать. Хуже, лучше, первое, второе место. Все они заслуживают высочайшей оценки. Как Крым, как север, центральный Урал возник. Ну что говорить? Классификацию, где природа красивее, где лучше, вообще она никак не применима и ее не должно быть. Например, ни разу не был в Забайкалье, а был, например, в Крыму, как будет восхищаться красотами Крыма или Карелии, например. А объективную оценку может дать только тот, кто побывал вот во всех этих республиках, в таких местах, и он скажет, что везде природа потрясающая красивая, и нужен берег турецкий, что по России, но необходима серьезная программа. Это инфраструктура, то есть не с каждой, например, 100 километров, может быть и чаще, может быть через 50, были мотели, были гостиницы, были стоянки, заправки и так далее, и так далее, все последствия. Это затратно, но это себя ответит, когда поток туристов двигаться не в Европе, Америке и так далее. Я не хочу сказать, что природа вот в этих странах тоже. Нет. Но наши места совершенно не уступают всем остальным. Да, мы проигрываем в комфорте. Комфорту составляющие автотуризма по путешествию. Дорога уже, конечно, полотно уже ремонтировали. Кстати, я смотрел видео о дороге в Турции, ну и Валентин тоже снимал, показывал. Наши дороги ничем не уступают. Да вижу, вижу, блин, проспал, все не спит.
каждого региона гордятся своим регионом, республикой. Это правильно, это нормально. У всех республик нет. Есть неважное руководство. Yeah.